Всем привет! По просьбе одного пользователя я хочу вам показать, как можно развести огонь при помощи чаги. Чага – это вот гриб, такой вот нарост на дереве, гриб-паразит. Ну, из него заваривают обычно чай, настойки. Это делается просто. Берется обыкновенный нож, ну, у меня вот китайский F1, и вот натирается вот такую мелкую строжку. Так, натерли. Ну вот, берется камень, напильник мой, и начинает вытекать. Вот, уже видно. Пожалуйста. Теперь ложим это все в растопку и разводим огонь.